Американский телеканал CBS, ссылаясь на неназванного официального представителя США, утверждает, что российское военное командование получило приказ о начале вторжения в Украину. «У нас есть разведданные о том, что российские командиры получили приказ начать вторжение в Украину», заявил в эфире телеканала корреспондент Дэвид Мартин. По его словам, командирам на местах поставлена задача разработать конкретные маневры в своих секторах поля боя. В то же время, отмечает телеканал, данные приказы не означают, что вторжение неизбежно, поскольку президент России Владимир Путин все еще может передумать и изменить приказы. Между тем, источник, близкий к Минобороны России, в разговоре с РИА Новости назвал информацию телеканала CBS глупостью. Авторы этой сенсации своими фантазиями поставили президента Джо Байдена в глупое положение. Байден в начале прошлой недели утверждал, что российские войска должны вторгнуться на Украину 16 февраля, в среду. Утверждал, что разведка точно подтвердила: все для этого готово. Теперь американская разведка установила, что почти через неделю после 16 февраля, даты вторжения, российские командиры якобы занялись планированием своих действий, заявил источник. Вероятно, в Пентагоне именно так и организовано оперативное планирование. Сначала командиры направляют свои войска в бой. А спустя несколько дней они же приступают к планированию своих действий. И пример поспешного бегства американских войск из Афганистана дает все основания думать, что так оно и есть, добавил собеседник агентства. По его словам, в российских вооруженных силах все организовано совершенно по-другому. Поэтому, кроме горькой усмешки, эта глупость американских СМИ ничего не вызывает, заключил источник. На этом у нас все. Подпишись на наши новости, самые интересные видео, а также сотни комментариев казахстанцев в твоей ленте.